У Магілёўскім агралесатэхнічным каледжы завяршылі будаўніцтва карабля вікінга ў дракара. Яго будавалі навучэнцы разам з майстрамі вытворчага навучання. На работу спатрэбілася 4 месяцы. Эксперыментальная мадэль цяпер упрыгожвае магілёўскі заасад. Гэта люты 2017-го. Гатовы каркас дракара. За будаўніцтвам карабля вікінгаў наша здымачная група назірала некалькі месяцаў. І вось судна зыходзіць на імправізаваны бераг. Падарунак да 750-годзя Магілёва. Новы дракар стане славутасцю не толькі магілёўскага заасаду. Почему именно Дракар, река Днепр пересекает город Могилев. И это вообще транспортная артерия веками была. А Днепр еще протекает через территорию нашего колледжа. И естественно, что это наша история, это память о тех седых веках. И он был в то время один из самых важных транспортных средств. И вот мы решили увековечить в такой форме его на территории колледжа. Могилевский Дракар даўжынёй 10 метраў і вышынёй 5, зменшаная копія дракараў вікінгаў 9-12 стагоддзя. У агралесатэхнічным каледжы, дзе будавалі магілёўскі карабель, улічылі асаблівасці менавіта гэтай мадэлі. Напрыклад, шчыты, якія неслі дадатковую абарончую функцыю, ці галава дракона, што ўпрыгожвала нос карабля. Былі головы і оленей, і быков, і коней, то есть черепа стаялі. Ну, відна, як у каго што получалось, як они хацелі ся разукрасіць, то есть так они і ставілі. Ну, а по общепринятой версии было, ну, дракон, дракар. В свое время парусы делали или шкур, или из овечьей шерсти. То есть, ну, понятно, что шкур мы не нашли, овечьей шерсти тоже очень проблема. То есть, ну, мы старались как-то это все сделать под старину, поэтому взяли мешковину. Как ты думаешь, что это за корабль? Ну, наверное, каких-то пиратов, судя по тому, что там какой-то череп у животного. А что необычного в этом корабле, по-твоему? Ну, сам он какой-то такой, выглядит довольно заброшенный немножко. Состаренный. Вот, да. А сам вот в каких-то местах он очень яркий, это немножко необычно. Подарунки да юбілея Магілёва на гэтым не скончацца, абяцаюць у магілёўскім заасадзе. Хутка за жывёлами можна будзе назіраць на ўсіх кантынентах 24 гадзіны ў суткі ў рэжыме онлайн. Катерина Балукова, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна.